Body got a deuce. What? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и добро пожаловать на очередную серию Redstone туториалов. В этой серии я вам покажу тайник, который можно сделать очень-очень просто и прятать какие-нибудь свои вещи, самые дорогие вещи. Но перед тем, как я вам покажу, как работает этот механизм и саму схему, я хочу сказать то, что рубрика Redstone Tutorial будет выходить без камеры, поскольку я думаю, вам будет неинтересно смотреть на мое лицо именно в этой рубрике. Поэтому камера будет у нас в рубрике именно в летсплеях, то есть летсплей с механизмами, и камера будет в рубрике без модов. Также, может быть, если я буду какие-то карты проходить, то там тоже будет камера. Ну, это я уже посмотрю. Также я завел еще свой Twitch канал. Я его уже практически настроил, все сделал. И на днях, возможно, будет пробный стрим. Я запущу стрим, если что, будет вечером. Ну, анонс я сделаю на своем канале. Там за 5-10 минут до начала стрима я сделаю анонс на канале. И вы сможете зайти на мой Twitch канал и пообщаться со мной, вот так. Так что ждите, возможно, уже будет все это скоро. Также еще ссылочка на Twitch будет в описании, вот так. Ну что ж, давайте, меньше разговоров, больше дела, давайте приступим. В общем-то, есть у нас такая вот площадочка, есть такие вот два блока. Вот сюда мы кидаем абсолютно любой дроп, будь это камень, земля, абсолютно любой дроп. И у нас открывается вот такой вот тайничок, где у нас есть сундучки, в которые можно посаживать вещи, крафтильный верстак, и две печки у нас стоит. Также есть у нас контрольный сундук, где куда поступает весь дроп. Если мы этот дроп забираем, у нас все задвигается. Вот такой у нас механизм получился. Ну и давайте перейдем теперь к схеме. Схема очень и очень простая. Вот прям вообще она очень-очень простая, как можете заметить. Так, давайте, видите, она все задвигается, выдвигается. Ну и давайте мы ее построим. Для начала возьмем нужные нам блоки. Это, естественно, кварцевые и глиняные блоки. Дальше хоппер. Так, давайте сейчас я еще сделаю вот так. Тоган даунфолл. Так, сундук-ловушка, и мне нужен будет нужны будут рельсы и вагонетка с воронкой. Мы ставим вот так вот два поршня, потом на них ставим блок. Далее мы ставим вот сюда вот блок, и на него ставим воронку. Воронку направляем в бок, то есть вот сюда вот, вот так. Направляем воронку и ставим сундук-ловушку. После чего мы берем рельсы, ставим их вот таким вот образом, чтобы вот так вот было у нас ровненько рельсы стояло. И ставим сюда нашу вагонетку с воронкой. Вот эту рельсу мы убираем. Вот так у нас получается все. Теперь над вагонеткой мы ставим блок. Теперь берем... Так, липкие поршни нам уже не надо будут. Теперь мы берем обычный поршень и блок. Redstone блок. Ставим поршень, направляем его вниз и активируем. Все у нас задвинулось, отличненько. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно взять сейчас для начала... Так, хоппер нам понадобится еще. Нам нужен будет дроппер, красный факел, Redstone, репитер и компаратор. Мы ставим сюда блок, вот этот блок обязательно нужно убрать, потому что схема работать не будет, если вот здесь будет стоять блок. Дальше ставим сюда компаратор, потом ставим блок, редстоун, дальше сюда ставим красный факел. После чего делаем вот такую вот площадочку, вот так примерно. И теперь ставим здесь репитер на максимальную задержку, здесь репитер на один клик. Здесь можно поставить блок и соединяем это все редстоуном. Дальше сюда ставим блок, потом на него редстоун. Дальше ставим вот сюда три блока, ставим сюда редстоун. Здесь тоже можно поставить блок. Даже не можно, а нужно, чтобы такого вот не было скопления редстоуна. Дальше сюда мы ставим красный факел,
потом диспенсер вот так направляем, и в него направляем в воронку. То есть не диспенсер, а дроппер. Не знаю, дроппер или диспенсер, я не помню, что я уже использовал. Да, дроппер. Вот, ставим дроппер. Потом ставим сюда блок, компаратор, чтобы он блокировался. Вот здесь вот этот стол нужен, чтобы компаратор блокировался. Дальше ставим вот таким вот образом блоки. И сюда мы ставим репитер. Кстати говоря, вот сюда редстоун. И все, у нас схема, по идее, должна работать. Только сейчас я посмотрю, нет, я не положил. Естественно, сюда мы в дроппер ложим любой предмет. Абсолютно. У нас задвинулось. Так, давайте я, наверное, закрою вот это все дело. Допустим, ну, я сильно не буду. Так. Ага. То есть вот так вот мы как закрыли это все дело. Давайте я возьму полублоки. Вот таким вот образом мы сейчас это все закроем. Так, нет, вот так. Сюда. И здесь можно уже сделать такую окантовочку. Все, по идее, схема должна работать. Так, она вот задвинулась. И теперь, если мы забираем это все дело, у нас все задвигается, все отлично работает, все шикарно. То есть здесь можно просто вот так поставить блоки, вот так вот. Ну, кроме вот этой вот стороны, здесь блок, вот тут лучше блок не ставить, потому что схема работать не будет, так как это сундук-ловушка. И сюда можно поставить какие-нибудь сундуки, там, я не знаю, что-нибудь. Также вот эту часть схемы, где воронка, сундук, компаратор, это можно использовать как скрытый активатор. То есть это даже схема 2 в одном. То есть и как скрытый активатор, и как тайник, как можно заметить. Также можно здесь, наверное, сделать проход. Нет, проход здесь нельзя сделать. Ну, может, можно как-то, но я не буду уже заморачиваться. То есть вот такой вот тайничок у меня получился. Ну что ж, на этом, я думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика, подписывайтесь на канал, также не забывайте, что возможно на днях будет стрим, ссылочка на мой Twitch будет в описании, вот, так что ждите анонсов. На этом все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.